Здорово, чуваки, это новый видос. Сегодня нам пришла, как всегда, мега крутая идея. Мы хотим снять челлендж, в котором нужно очень долго молчать. И тот, кто скажет слово, он проебывает и теряет очко. И кто первый скажет слово, он теряет свой балл, а другой человек получает этот балл. Сегодня у нас челлендж, как всегда, на 5 косарей рублей. И сейчас мы будем решать, кто из нас ведущий. То есть у нас один будет ведущий, а двое остальных будут соревноваться между собой в этой жесткой битве. Давай, чуваки, на суефа играем. Суефа. Суефа. Я проиграл, я теряю возможность заработать кэшика. Как бы очень грустно, но зато я поугараю над этими долбами. Как они будут позориться? Так, мы не будем позориться, зато самое главное то, что я смогу выиграть 5000. Потому что вы просто посмотрите на этого бедолагу, вряд ли он выиграет. И перед началом также видео подпишитесь на инстаграм, вот здесь вот мой инстаграм. Инстаграм коня. Инстаграм Алана. Вот здесь. Короче, чуваки, на счет 3 они замолкают и начинается челлендж. 1, 2, 3. Можно что-нибудь рассказать, попиздеть. Забайчено, пацаны, забайчено. Все, выходим, уебался. Здорово, чуваки, с вами Влад Тарасов. Оп-оп, это было агрессивное действие со стороны Влада Тарасова. Ебать, они бегуны. Все будет весело, если они упадут. Вы громко дышали, вы уже оба проиграли автоматом. Чуваки, мы идем в магазин, и первое задание будет это купить что-то в нем. И я думаю, это будет достаточно весело. Я буду еще придумывать некоторые задания. И в этом батле уже решится, кто победит. Чуваки, у коня для вас послание. Он нашел свой способ общаться с нами. А Тарасу осталось только выучить язык жестов. Ну я говорю, конь придумал уже свою тактику. Как он будет действовать в разных ситуациях. Но я думаю, это все равно угарно, потому что как он будет перед ними писать это все, он будет выглядеть как аутист. Все, чуваки, мы в Ашане. Ребята выбирают, что купить. Ну вот, телевизор неплохой. Можешь увезти с собой. Вот. Новый трек ждите. All girls are the same. Ребята, мы двигаемся дальше. Я думаю, чуваки возьмут что-то поесть, покушать, попить. Мы пробрались в подсобку Ашана. Вон он, конь. Человек. Валим отсюда. Уходим, Тарас, ты ебанутый, сейчас дверка закроется. Так все, чуваки, выбирайте уже что-нибудь. Надо уже приступать ко второму. А вы еще первое не выполнили. С момента начала ролика уже прошел час. Чуваки до сих пор молчат. Конь, у тебя украли продукт. Отстань ты, давай. Опа, очки. Пру-рум-пум-пум-пум. Только что при мне Влад Тарасов издал звук, и тем самым у него 0 очков. А у Влада Конева 1. Он ведет. Сейчас будет второй челлендж, и мы к нему приступаем. Следующий челлендж заключается в том, что они должны спросить у обычных прохожих, где находится тот или иной магазин. Ну, допустим, Ашан. И все. Это уже будет достаточно сложно, я думаю, особенно в их ситуации. Да, Коль. Тарас первый. Все, приступаем. Не подскажите, где Ашан? Это гениально. Стой, если Тарас только что придумал идею, ты не можешь ей воспользоваться второй раз. Так ты просто это показывал, а он пользуется звуком. Все, Тарас выполнил. У него теперь 1 балл. Короче, конь будет спрашивать не про Ашан, а про какой-то другой магазин. Вот он написал нам текст. Ну просто Ашан, он вот он. И это будет странно.
чуваки еще заугарали какие-то левые. Короче, как оказалось, конь нам опять своим месседжем пояснил, что ему не сказали, где Зара. Мы вышли из торгового центра, решили прогуляться. Тут я буду давать им новые задания. Короче, чуваки, пацаны до сих пор молчат. Ебанутый, нахуй. Пру-пум-пум-пум-пум. Счет уже 2-1. Тарас вышел каким-то чудом как бы вперед. Все, мы сейчас просто идем. Я их снимаю сзади. Может, что-то должно произойти, на улице очень неприятная погода. А мы просто идем. Гуляем. Конец куда-то ушел. Эй. Алло. Опа! Опачки! Забылся? Забылся? Равный счет получается. Короче, сейчас Тарас ответил на телефонный звонок. Видимо, ему кто-то позвонил. И он просто забылся, автоматически ответил и сказал алло. Это можно только вот так понять. А Конев вообще должен радоваться. Короче, гениальная идея. Я сгруппировался с Владом Тарасовым. И план таков, то что мы вот взяли мячик, ой, блядь, шарик. Там конь ждет нас. Тарас подлетает и взрывает его, и он 100% напугается и должен что-то сказать. Мы коню сказали, что мы отошли, сейчас придем. И вот он сюрпризик там идет. Мы с Тарасом поделим кэш. Все, ладно, все. Сейчас нужна победа. Опа, чувак, и теперь там уже можно говорить, ты уже проебал. Я просто, неужели я дождался этого момента, когда наконец-таки можно говорить? Я целый день молчал. Я просто пиздец как рад. У меня столько мыслей было за этот день. Я не мог ничего сказать, потому что писать максимально неудобно. Я дождался этого момента. Сейчас можно говорить. И он-то проебал. У меня еще и бабки достаются, чуваки. И еще и такое счастье, когда молчал долго, и я мог все эти мысли, блядь, эти вам сказать. Короче, чуваки, я проиграл. Я просто не знал, что эти дурачки договорятся. Этот дурачок купил шарик и напугал меня. Я думал, что Алан будет придумывать какие-то задания. Я думал, что так произойдет, что кто-то из нас проговорится. Но вообще, в оправдание могу сказать, что на войне все средства хороши. А я могу сказать то, что я не так-то сильно его разъебал. Он показывал неплохие результаты, так как счет был 2-2. Типа, боевая такая битва, не сухой матч. И поэтому, наконец-таки наступил вечер. Мы целый день молчали, и на вот этой вот ноте мы можем заканчивать. Спасибо, что досмотрели видос до конца. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, также звоните в колокольчик и пишите комменты с новыми идеями для видео. Скоро новый видос, чуваки. Всем пока. И зацените сальтуху. Ну.